11 и 12 декабря в Пензе проводился традиционный 31-й фестиваль легкой атлетики, посвященный памяти героя-пограничника Алексея Махалина. Представители из Чебоксар, Тамбова, Саратова, Сызрани, Саранска съехали, чтобы помериться силами в 7 видах программы легкой атлетики. Кузнецк представили спортсмены из детско-юношеской спортивной школы номер 2. Необычным стало выступление воспитанника этого образовательного учреждения, студента многопрофильного колледжа Андрея Грина. При вручении кузнечанину медали за 3-е место публика аплодировала ему стоя. Когда я с виража начал сходить, мне шипом задели пятку и сняли шиповку. Мне пришлось скинуть кроссовок, как бы, и бежал босиком. Ну, сходить не в моих принципах. Пришлось бежать, терпеть. Сходить с намеченного пути при первой возникшей трудности не в принципах Андрея. По ходу дистанции, а это 1500 метров, у юноши повредилась шиповка. И он, чтобы не оказаться в хвосте, пошел на героический шаг и босиком добежал до финиша. То, что я показал хороший результат, это как заслуга легкоатлетического состава, как бы учителей, преподавателей. Ну, подразделение легкоатлетики работает в Кузнецке хорошо, но как бы условия желают лучшего. Как бы нет резиновой дорожки там, как в Пензе там у всех спортсменов. Тогда были бы еще более высокие результаты. Андрей Грин показывает отличные результаты не только в спорте. В классе является лидером, все его уважают. И вот первокурсники, поступившие к нам вновь, прям открыв рот, смотрят на него, стараются походить на него. Ходят на тренировки, чтобы показать такие же результаты, как показывает Андрей. На этих соревнованиях кузнечане достойно представили родной город. Призовые места распределились следующим образом. Бронза досталась учащимся различных школ города. Ольге Суконниковой, Екатерине Зиновой, Дмитрию Чернышову. Титул чемпионки этих престижных соревнований завоевала Наталья Арбузова из Кузнецка.